я хочу пожелать всем участникам спортивного духа и хочу зрителям предлагать хорошее зрелище соревнования и, конечно, можно болеть свою любимую команду очень громко. Спасибо. Свистка судьи Владимира Чернецова. Именно он будет судить первый вид наших сегодняшних соревнований. Соревнований по волейболу. Готовы? Ну вот и все, матч начался. И именно этим свистком игроки в красных футболках со счетом 3-0 они идут. И первое очко все-таки удается забрать команде белый дом. Но видно, что на качестве игры это никак не сказывается. Команда площадка оказывает достойное сопротивление и, даже более того, идет со счетом 6-4. Снова ничейный счет 6-6 показывает о том, что команды собрались сегодня равные по силам. Команда съехала 11-7. Счет в игре 12-7. Напоминаю, что в каждой партии игра ведется до 25 очков. Thank you.
Ну что тут говорить? 24-17. Последнее очко должно выиграть команда «Белый Бор». Встреча по волейболу закончена победой команды «Белый Бор» в двух партиях. Таким образом, по ходу нашего сегодняшнего спортивного праздника команда «Белый Бор» также вырывается вперед и теперь ведется. Yeah.
Yeah!
несколько раз. Заметно преимущественно команда по вашей победе. Как скоро она выразится еще и еще. Два часа уже на спортивной трассе.
Еще раз напоминаю всем зрителям, что по окончанию поединка никто не расходится. Вернее, выходит из зала только те, кто хотят выиграть призы. А остальные остаются, дабы получим увидеть тех счастливчиков, которые уйдут сегодняшнего праздника с солидными призами. Нельзя назвать опасными те моменты, которые возникают у ворот команды Ром-площадка. Легко защитники отбивают атаки своих соперников. Прекрасная комбинация разыгрывается. Прибавить себе выступает. Еще один опасный момент. Удалось и не перейти эту опасность. Цифр на половину времени второго тайма. Счет по-прежнему 3-0. И я думаю, что неуместно у вас сейчас будем говорить о том, что в случае ничьи победу в этом матче решат после матчевой пенальти. Пока мы не видим той силы, которая способна переломить игру, как за модели инициативы футболистов Ром-площадки, так и модели их ходу встречи, не давая возможности отличиться своим соперникам. Thank you.